Ну, вот у меня сватья, она заводит, купила всего по 5 килограмм свечек, 20 штук, а ты там купила. Я говорю, не покупала, я покупать не собираюсь. Ну, уже если что будет, то будет. Смысл какой людей пугать? Ну, вы ждете чего? Да ничего я не жду, все будет нормально. Вообще никак, обычный день. Обычный день? Да. А как вы его планируете провести? Обычно, обычный будний день. Как всегда. С утра пойду на работу, потом, ну, как бы, за ребенком в детский сад и все, домой. В домашний холл. Да, обычные домашние такие заботы, больше ничего такого нет. Не буду готовиться, я работаю в пожарной охране и буду работать. Буду спасать людей, если что. Что там, 21-й будни будет? Ну все, значит, пойдем на работу, отработаем, придем домой, ляжем на диван и будем ждать завтрашнего утра, 22-го. С утра на работу, в обед в парикмахерскую, вечером на корпоратив. Я думаю, сейчас все при новогодних делах, заботах, просто его не заметят, как он пройдет. Он пройдет так своей чередой, а жизнь будет продолжаться, будет праздник, будет весело, будет Новый год, будут фейерверки, будет здорово.